большим удовольствием хочу рассказать вам про наше второе главное предложение сегодняшнего дня. Цена только сегодня 5999 рублей. Всего 5999 рублей. Это куртка-пальто «Трансформер Эми». Стильный вариант повседневной куртки трансформера в актуальную стежку и стильными вставками, имитирующими вязку. Контрастные вставки выглядят очень действительно стильно. Придется по душе каждой женщине, каждой моднице, которая прямо сейчас смотрит свой любимый телеканал Shop & Show. Получайте в два раза больше ярких образов и, соответственно, ярких эмоций от куртки пальто «Трансформер Эми». Как видите, ну, я думаю, вы уже сразу поняли, можно рукава отстегнуть, и получается такой стильный жилет с капюшоном. Оптимальный для зимнего периода утеплитель «Холофайбер» делает эту куртку пальто легким и при этой очень теплым за счет своего теплового показателя, который позволяет чувствовать себя комфортно как на улице, так и в помещении, не создавая парникового эффекта. Здоровье на протяжении всего зимнего сезона вам обеспечено. Вы защищаете зону животика, паховую зону, бедра, поясницы. Это все очень важно, чтобы, не дай бог, никаких воспалительных процессов, никаких циститов, чтобы вам было легко, комфортно и тепло. Мне еще очень нравятся вот эти контрастные, такие словно серебряные функциональные молнии. Причем что основная реверсивная, что на боковых карманах, и эти контрастные вставки, как будто вязка такая. У меня была очень любимая моя тетушка Шура, она всегда мне вязала то носочки, то джемпера, то шарфы. У меня причем все это до сих пор в сохранности, уже много лет прошло. И вот я когда вижу вот такие вязаные изделия, от них дополнительно какое-то такое эмоциональное, душевное тепло. При этом не только на карманах эти вставки, эффект вязаных вещей, а еще и на капюшоне по кругу идет. Капюшон-стойка, капюшон-стойка-воротник. Здесь также есть функциональные кулиски с фиксаторами, с кристаллами и стежка, которая помогает холофайберу оставаться на своем месте. Кто-то сейчас думает, подождите, а что, Леша нам предлагает отдельно заказать стильный дизайнерский жилет и отдельно стильное дизайнерское пальто, куртку, трансформер? Нет, миленький. Мои. Это все одно и то же предложение. Просто рукава отстегнули, и получился жилет. Рукава пристегнули, и получилась куртка, пуховик, пальто, трансформер Эми. И обратите внимание, пожалуйста, на цену. Вы знаете, вы это сами видели своими глазами. В торговых центрах ваших городов нет таких цен на подобные предложения. Любой пуховик, любое пальто с холофайбером, с евросинтепоном наполнитель в торговых центрах ваших городов 17, 20, 25 и выше цены в зависимости от бренда. У нас же цена не 15, не 10 и даже не 7 тысяч и не 6 тысяч. 5999 рублей. 5999 рублей. Если разделить эту сумму на две вещи, ну, потому что здесь, видите, и жилет, и пальто полноценный, пуховик, трансформация, то меньше, чем 3000 рублей за каждую вещь, за каждое изделие. А если по отдельности покупать, ну, вот такое я вам говорил, ну, допустим, давайте по максимально низкой цене, где-то в масс-маркете 17 тысяч рублей, 10 тысяч жилет, это 27, почти 30 тысяч, это если по отдельности две такие вещи получать. Покупать почти 30 тысяч, у нас 5999, и берем строго размер в размер. Вот этот очень вкусный ментоловый оттенок, почему я говорю вкусный, хотя я сам не люблю такое словосочетание, когда я говорю про цвета, но просто, знаете, вот как будто освежающий ментоловый какой-то такой вот ветерок подул, да-да-да, вот этот ментоловый цвет. Следующий у нас идет вот этот цвет серый в заказе, да, вот это точно серый. Серый, но у него подтон, просто вот это больше на серый похож, а это на ментоловый. В общем, вот это серый, понятно, Дашенька. Вот это фисташковый, в жизни как хаки. Вот это бежевый, кремовый, прям крем-брюле, классический крем-брюле. И это выбор нашей Аненьки. И, Аненьки, уже как-то по-новому тебя начала называть. Аненьки. Черный цвет, раз, два, три, четыре, пять. 5 цветов на выбор. Это трансформация за секунды. Рукава отстегнули и жилет. Рукава пристегнули и уже полноценное пальто, пуховик Эми. Опять же, помню, вам важны точные цифры. У Анечки 54 размер. На ней это куртка, пальто, трансформер, пуховик Эми в 54 в ее размере. А где Аня? Ку-ку, Аня спряталась. Какой глубокий капюшон. Сначала высоту капюшона, потом глубину. 28 сантиметров высота. Глубина капюшона у нас 27-28 сантиметров. По плечикам
Помните, можно отстегнуть рукава 51 сантиметр. И длина по спинке 84 сантиметра. Глубина проймы, полуобхват 32, почти 33 сантиметра, полный обхват 66. Длина рукава у нас идет 65 сантиметров. Есть потайной манжет. Вот он здесь спрятан, видите? Опять же, благодаря плотному прилеганию этого манжета даже самый сильный-сильный ветер не будет задувать вам в рукава. Ну и, конечно же, полный обхват в зоне груди. Ку-ку. Кукусики. Вот и появилась Анечка. Так, смотрим обхват в зоне груди 123-124 сантиметра. Так, дорогие мои, вот если остались у вас какие-то вопросы, да не стесняйтесь, позвоните ко мне в прямой эфир, спросите, задайте эти вопросы. С удовольствием вам отвечу. Как мне нравится эта стежка. Даже стежкой работает на стройнящий эффект, потому что, видите, вот так гармонично, но при этом асимметрично располагается стежка к центру и визуальная стройность. Анечка, ну поделись своим впечатлением. Как тебе этот пуховик, это пальто? Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, ясно? Ну, мне очень нравится эта идея, то, что тут отстегиваются рукава. Это очень классно. Получается две вещи за одну цену. То есть можно носить жилетку, можно носить куртку, и как бы на более длительный срок получается служба этой вещи, и получается она намного дешевле, потому что мы больше дней в году ее используем. Это прям очень подкупает. Вот. Еще я, конечно, говорила про то, что она очень имеет хорошее лекало. Мне очень нравится ее трапециевидный крой, ее декоративные элементы, которые очень хорошо корректируют фигуру, и она становится более аккуратной, компактной и такой точеной. Это очень классно. Да ты и так утонченная, фарфоровая куколка, Анечка. Конечно же, реверсивная молния — это просто тоже, как всегда, находочка. И разность текстур я тоже очень люблю, когда не скучно, не, как сказать... А в то же время вот не перегружено декором. Да. Соответственно, и в рабочий жесткий дресс-код впишется, и на улицу на прогулку, и на праздничное мероприятие, и не только с нашими джинсами, да? Даже с вечерним платьем будет смотреться шикарно.